Хеллоу. Не знаю, может, я там уже снимала тебе это. На работу приехала, у меня компьютер выключился на работе, и я это... удаленный доступ из-за этого не был возможен. Короче, это у меня из окна. Из окна. Там тоже помоечка не вывезена. Так что есть и у нас помоечки. Это на этом площадь Славы, собор. А это дома, вот эти вот дома новые, они выстроены, они между Ленина и Уссурийским бульваром. Короче, это вот Фрунзе. Там вот туда Карла Маркса, да, получается, у меня окна выходят вот сюда на бульвар. Это и как его там дума, получается, вот напротив, ну как бы напротив, ну напротив вот там. Напротив почты. Что тут еще есть? Ну, в принципе, да, город, конечно, расстроился, пока тебя не было. Расстроился в плане застройки и расстроился от того, что тебя нет. Так, ну все, театралка припарковалась. Что-то не пойму я со знаками, в положенном или не положенном месте. Надеюсь, что меня не утащит на эвакуаторе. Короче, театралка пошла в этот, в другой театр. Ну что, я это далековато припарковалась, но я боялась, что, может быть, вначале тут повыше мест не будет. Что-то немножко четко видно. Это или не видно. Ага, это мне еще выше. В театр драмы, мне кажется, надо идти. Это Дзержинского. Там, где... Вон там этот ЦУМ. Помнишь? Или не помнишь? Фу, ладно, отправляю. Это парк Динамо. Вот. Дальше. Плохо видно, конечно. Погода сегодня хорошая. А я весь день проспала опять. Небо красивое. Очень.